Республиканский шашечный турнир памяти Стефановича на Кубок Привала прошел в Гродно. Он собрал 150 участников из 13 городов страны. Три дня они демонстрировали неординарное мышление, сообразительность и логику. А для комфортного пребывания шашистов на базе отдыха организаторы создали все условия. Соревнования состояли из 4 этапов. Турнир А проходил по системе микроматчей из 2 партий. На каждого участника отвели по 20 минут с добавлением 5 секунд за ход. Турниры Б и С по классическим шашкам. Здесь было выделено 30 минут на партию без добавления времени. И турнир по блицу. 3 минуты на партию с добавлением 2 секунд на каждый ход. В насыщенную программу соревнований включили творческую встречу с действующим чемпионом мира по шашкам Андреем Валюком. Вырос я удобно. Я из Грозненской школы, и Николай Николаевич был одним из тех тренеров, которые проложили мне путь, дорогу в этот шашечный мир, мир сказок. К сожалению, его с вами нет, но я думал, что те ребята, которые здесь соберутся, и тот турнир, который состоится, это будет достойным воспоминанием о том, что он сделал в Грозненской шашке. Победителей и призеров определяли по наибольшей сумме набранных очков. За первое место 500 рублей, за второе 400 и за третье место 300 рублей. Всего организаторы подготовили 8 призов. Общий фонд – 2500 рублей. Турнир проводят с целью пропаганды и популяризации шашек. А главная задача соревнований – повышение спортивного мастерства участников всех возрастов и привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям спортом. Турнир сегодня стал республиканским, в минулом году он был областным, а сегодня это в республиканском календаре и собрал дельников с больше, чем 10 городов Республики Беларусь. У тим лику три міжнародні гросмейстри. Два серед мужчин тут гулять, і одна діюча чемпіонка світу серед жінчин, Вікторія Миколаєва.